Дорогие друзья, еще совсем немного, и 2021 год уйдет в историю. Давайте вспомним, каким он был, какие добрые перемены принес в нашу жизнь. Этот новогодний праздник многие сахалинцы и курильчане встречают в новых современных квартирах, потому что на островах стало строиться рекордное количество жилья. Мы смогли повысить транспортную доступность области, открыли дополнительные авиационные маршруты и запустили новые теплоходы. Мы сделали серьезный шаг вперед в развитии здравоохранения. Высокотехнологичная медицинская помощь и современная углубленная диагностика пришли в наши города и села. Мы благоустроили многие населенные пункты, газифицировали котельные и дома. Южно-Сахалинск стал более чистым и красивым городом, современными жилыми микрорайонами. Когда зажигаются вечерние огни, он становится по-новогоднему праздничным и нарядным. В наших силах добиться новых, еще более значимых результатов. Главное – всегда поддерживать друг друга, оставаться сплоченной и дружной семьей сахалинцев и курильчан. Дорогие друзья, наступает новогодняя ночь с запахом хвои и мандаринов, ожиданием чудес и добра. Самое время сказать близким и родным людям теплые слова, порадовать их своим вниманием и подарками, и, конечно, загадать желание. Пусть все задуманное сбудется, пусть в каждой семье царит мир и любовь. Будьте здоровы и счастливы. С наступающим 2022 Новым годом! Дорогие земляки, приближается новый 2022 год. Следуя замечательной традиции, мы встречаем этот праздник в кругу семьи и друзей, загадываем желания, дарим друг другу подарки. И в эти минуты нас согревает атмосфера добра и внимания, ощущение счастья. Мы строим планы и вспоминаем самые яркие моменты уходящего года. 2021 год не был простым, но он подарил нам много достижений и интересных событий. Подводя итоги уходящего года, хочу искренне поблагодарить всех жителей Невского района за труд, за сплоченность и позитивный настрой, за активность и умение поддержать друг друга. В наступающем году нас ждут новые события, новые перспективы, нам предстоит решать новые задачи. Уверен, у нас с вами все получится. Общими усилиями мы реализуем все намеченные планы, справимся со всеми трудностями и вместе сделаем наш родной город и район еще более благоустроенными, комфортными для проживания и интересными для гостей. Желаю каждому дому, каждой семье мира, достатка и благополучия. Счастья вам и прекрасного праздничного настроения! Дорогие жители нашего города, уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас жизненной мудростью и силой. Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты. Пусть наступающий Новый год станет для всех вас годом новых свершений и достижений. Новый год – это праздник, который возвращает нас в детство. Воспоминания о временах, когда деревья были большими. Вера в доброе и хорошее – все это важно и ценно. Пусть ощущение волшебства, витающее в воздухе предновогодние дни, останется с вами навсегда. Желаю вам счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего. Вот так елка, просто див, так нарядно и красиво. Хоровод мы поведем. Песню елочки споем, всем дарите лишь добро и душевное тепло, и тогда волшебный год чудеса вам принесет.
Новым годом! Дорогие невельчане, я вас поздравляю с Новым годом, с новым счастьем. Никогда не знать ненастья, верить в чудо и добро, что плохое все ушло. Жить и жизнью наслаждаться, никогда не огорчаться, быть любимыми, любить и тепло души дарить. Добрых лишь людей встречать, о заботах не ворчать, верных, преданных друзей, самых лучших светлых дней. Любимый город, с Новым годом! Все поздравления тебе! Я никогда не пожелаю другого города себе. Любимый Невельск, ты самый лучший, чудесный город на земле. Пусть Новый год приносит счастье и процветание тебе. Пусть жители тобой гордятся, и им сопутствует успех. И на твоих прекрасных улицах пусть будет слышен только смех. Дорогие невельчане, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть, как раньше, замрет сердце. Вновь приходит Новый год, праздник в наше счастье дверца, где нам не было забот. На одну всего лишь ночку вновь юны и веселы, и украсят нашу елку разноцветные огни. Вновь мечтая, вера в чудо, юность вашу вновь вернет. Самый лучший, самый мудрый, наш любимый Новый год. Уважаемые жители Невельского городского округа, долгожданный праздник с привкусом волшебства и запахом мандарин ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Новый год зажигает в сердцах людей новые надежды, новое счастье и достижение поставленных целей. Мы, коллектив детского сада, хотим поздравить вас с наступающим новым 2022 годом. Желаем вам благополучия и житейских радостей. Пусть Новый год научится у старого года только хорошему, а все хорошее пусть приумножится и сохранится для новых встреч и праздников. Желаем вам под Новый год веселья звонкого, как лед, улыбок светлых, как янтарь, здоровья, как мороз в январь. Да будет этот год храним судьбой от всех невзгод, печали и напасти, и дарит всем вокруг, и нам с тобой, надежду и мечты, любовь и счастье, успехов в жизни и в работе. Чего же более желать? Ах да, улыбок и веселья, и целый год не унывать. Старому году оставьте печали, забудьте тревоги, обиду, беду. Только здоровья, успехов и счастья мы вам желаем в новом году. Пусть Новый год, который вы встречаете, счастливым годом в вашу жизнь войдет. Все хорошее, о чем мечтаете, свершится, сбудется, придет. Быстро времечко идет, прямо-прямо в Новый год. Верным курсом, полным ходом. Ну так что же? С Новым!